Сегодня будем говорить про звуки и буквы. Что же такое буква и что такое звук? Буква – это знак, который обозначает звук. Например, знак. Мы его называем буквой. Буква А обозначает звук А. А, например, вот этот знак, мы его называем буквой Б. Он обозначает звук Б. Может обозначать Б. Буква – это знак, который обозначает звук. Звуки мы произносим и слышим. Буквы мы пишем и читаем. Букв в русском языке 33. А сколько же звуков? Ответим на этот вопрос позже. А сейчас поговорим про буквы, которые обозначают гласные звуки. Их 10. А, О, У, Э, И. Я, Ё, Ю, Е, И. Букв, то есть значков, 10. А сколько же звуков? Гласных звуков в русском языке 6. А, О, У, И, Э, И. Что же тогда обозначают буквы Я, Ё, Ю, Е? Буквы Я, Ё, Ю, Е играют двойную роль. Первое. Обозначают мягкость предыдущих согласных. Например, слог мя запишем двумя буквами мя, а звуки, которые обозначают эти буквы, звук мя и а, мя. Или, например, мё обозначили двумя буквами эти звуки, звук мя мягкий и о. Или, например, мю. Звук мя и о. Апостроф, маленький вот такой знак, как запятая, обозначает, что этот звук нужно читать мягко. Мя, мё, мю, ме. Звук мя и звук э. Вторая роль букв Я, Ё, Ю, Е – это то, что они обозначают два звука. В каких же случаях они обозначают два звука? После гласных, например, слово «рояль». Здесь буква Я находится после гласной и будет обозначать два звука. Звук Е и А. Рояль. В начале слова ягода. Здесь буква Я будет обозначать два звука. Е, А. И после разделительных твердых и мягких знаков. Например, слово съел. Здесь буква Е будет обозначать два звука Е и Э. Согласных букв в русском языке 21. Итак, подведем итог. Что же такое буква? Буква – это знак, который обозначает звук. Звуки мы слышим и произносим. Буквы мы пишем и читаем. Всего букв в русском языке 33. А сколько же звуков? Сегодня поговорим про гласные буквы. Гласных букв 10. А, О, У, Э, И. Я, Ё, Ю, Е, И. А гласных звуков 6. А, О, У, И, И, Э. Что же тогда обозначают буквы Я, Ё, Ю, Е? Буквы Я, Ё, Ю, Е играют двойную роль. Они обозначают мягкость предыдущих согласных
и обозначают два звука. После гласных, в начале слова, после разделительных твердых и мягких знаков. Согласных букв в русском языке 21.